Здравствуйте, в эфире программа «В центре событий», в студии Наталья Бабушкина. Смотрите в выпуске. Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе Сургута. Официальный старт дан. Городская дума объявила о начале конкурса по отбору кандидатов на пост главы города. И лучшие боксеры Урала встретились на сургутском ринге. Сообщение о заминированном автомобиле поступило сегодня в полицию около полудня. В дежурную часть сообщили, что во дворе дома 2/2 на улице 50 лет ВЛКСМ стоит припаркованная машина Hyundai Getz, в котором хозяйка обнаружила подозрительный предмет. На место сразу же были стянуты экипажи патрульно-постовой службы. Двор оцепили, на место вызвали кинолога с собакой и дополнительные силы стражей правопорядка. Прибывшая оперативная группа приступила к обследованию территории, а собака показала наличие возле заднего правого колеса автомашины взрывного устройства. Красная машина, когда на заднем бампе, якобы как приветный там где-то. Я там увидела. Маленькая коробочка. Она говорит, что ездила на СТО, что-то там делала, стойки или что. Потом выехала, говорит, что-то стучит, еду сзади, говорит, какой-то стук. Типа залезла посмотреть, увидела эту коробочку. И что, собака обозначила? Ну, эксперт посмотрел. Короче, это, отгоняй камеру сюда. Отгоняйте камеру и машину дальше туда, ставьте туда до самого конца. Проход около въездной арки во двор был практически полностью блокирован. Обойти здание можно было не ближе, чем за 10-15 метров. На место прибыли машины пожарной охраны и скорой помощи. Заместитель главы города Олег Лапин и начальник управления МВД России по Сургуту Александр Ерохов. Было принято решение обследовать подозрительный предмет с помощью другой специально обученной собаки. Овчарка, сделав несколько кругов вокруг машины, ничего не обнаружила. Оцепление, которое длилось около часа, было снято. Что за объект был прикреплен к машине, теперь предстоит выяснить следователям. Поступило сообщение, что хозяйка машины обнаружила посторонний предмет. В общем-то, были стянуты наряды патрульно-постовые. Территория была оцеплена с целью проведения проверки и проведения досмотровых мероприятий. Значит, посторонний предмет изъят, опасности он никакой не представляет. Сейчас будем проводить проверку, откуда он мог взяться и с какой целью был туда помещен. Около половины 11 утра во вторник в Сургуте загорелось СТО. ЧП произошло в гаражно-строительном кооперативе «Млечный путь» на улице Ивана Захарова. Пламенем были объяты два бокса, переделанных под лакокрасочную и кузовную мастерские, а также рихтовочный цех. На место были стянуты несколько экипажей брандмейстеров. Однако для того, чтобы справиться с огнем, необходимо было вскрыть кровлю. Сильное горение, по словам очевидцев, подпитывалось лакокрасочными материалами, которые были внутри. Огонь быстро распространялся по второму этажу, и пламя могло перейти на соседние боксы. Задымленное, что дым, вроде огня нету. Ну, сильно все закопченное, дымное. А что в соседях скажут? Что за фирма? Да не знаю, они недавно тут появились, рихтовка. Автоэмали, там подбор красок был, все горючее, все и горит это. Перехода огня на соседнее строение в итоге удалось избежать. Помогли действия пожарных и кирпичные стены между боксами. Крыша состояла из сэндвич-панелей, которые, по всей видимости, не обладают должными противопожарными свойствами. На месте возгорания работали 9 единиц спецтехники. Причину пожара установит следствие. Погибших и пострадавших в огне нет. По версии, которую выдвигают соседи погорельцев, причиной ЧП могла стать неисправность электроники. Только я подъехал к себе, смотрю, там дым пошел, потом подбежал, уже загорелось. Говорят, этот камера замкнула. Батарейки, вот эти баллоны все вынесли, и вот все, что произошло, все, что я знаю. Более 100 сургутских водителей могут пойти под суд. В их отношении открыто уголовное дело производства за повторное вождение в нетрезвом виде. Каждые выходные сотрудники ГИБДД выявляют новых правонарушителей. Иногда за ночь задерживают десятки пьяных водителей. Подробности у Ивана Рябцева. 26 автовладельцев были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Таков результат профилактического рейда ГИБДД, прошедшего на выходных в Сургуте. Примечательно, что 7 из них уже были лишены водительских прав за езду в нетрезвом виде. Документики на машину где? На машину где? А тесто? Есть? Не моя. Страховка есть? Нет. Страховка есть? Нет. Ничего нет? В страховку не писал, в страховку. А тебе тебе доверили, нет? Нет. Угал со мной, что ли? Сейчас пробью, может, попадался. Ко мне присядь, пожалуйста.
Типичная ситуация. Водитель поначалу категорически отказывается от того, что употреблял алкоголь, и высказывает недоумение по поводу остановки. Далее следует процедура освидетельствования при помощи алкотестера, после чего возмущение сменяется на разочарование, и раздосадованный автовладелец признает свою вину. Например, этот сургутянин уже был лишен прав на 2,5 года за аналогичное правонарушение. Водительское удостоверение ему вернули только в марте. Достаточно, я как бы не пил сюда. Знаешь, когда я выезжал, я не проверял, сколько у меня остаточно, или есть, или нет. Ты проверяешься, когда выезжаешь? Не всякий горе-автолюбитель смог пройти тест на алкоголь. Так, например, водитель «Мерседеса» 90-го года рождения пребывал в таком состоянии, что потребовалась помощь медицинских работников, дабы привести его в чувство. К слову сказать, этот молодой человек был лишен водительских прав на 3 года в июне 2015-го. Да вот плохо молодому человеку. А что вообще произошло? Вы как его обнаружили? Остановили, вот я декорный. Молодой человек, как вас зовут? А? Подойди с документом, что ли. Как зовут? Да, паспорт есть. Есть у меня. Подойди, говорю, скоро записать надо. Давайте мы его в машину. А между тем, подобные правонарушения весьма чреваты. Для тех, кто уже лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде и повторно сел за руль в состоянии опьянения, предусмотрено наказание по статье 264 Уголовного кодекса. Примечание, подразумевающее уголовную ответственность для таких автолюбителей, вступило в силу 1 июля. И уже 160 сургутян, рискнувших выпить за рулем, предстанут перед судом. Их ждет наказание в лучшем случае в виде крупных штрафов и обязательных работ, в худшем – лишение свободы на 2 года. По всем материалам возбуждены уголовные дела, часть из них уже переданы в суд для рассмотрения. Либо это штраф, либо это обязательная работа, либо это условный срок, он все равно будет считаться судимостью. То есть даже если ему судья принял такое решение и назначил наказание в виде штрафа, то у человека будет, ну как говорится, клеймо на всю жизнь в виде судимости. Иван Рябцев, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Депутат Тюменского областного парламента Владимир Сысоев переходит на работу в Государственную Думу. Решение об этом было принято на заседании Высшего совета партии ЛДПР. Он получит мандат перешедшего в Совет Федерации Сергея Калашникова. Кроме Сысоева, на освободившееся кресло претендовали еще 10 представителей либерал-демократов из других регионов страны. Владимир Сысоев с марта по декабрь 2011 года являлся руководителем парламентской фракции в Думе Югры, откуда перешел в областной парламент. Старт официально дан. Сегодня на 43-м заседании Думы Сургута депутаты приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на пост главы города. 22 октября претенденты могут обращаться со своими документами в здание Думы для подачи своей заявки. Также сегодня был утвержден окончательный список сургутских делегатов, которые примут участие в работе специальной комиссии. Ими стали депутат Олег Сазонов, почетный житель Югры Вера Панасевич, директор гимназии-лаборатории Салахова Валерий Салахов и Татьяна Зайцева, представляющая Сургутскую районную организацию «Нефтегазстрой профсоюза России». Еще 4 кандидатов назначит губернатор округа Наталья Комарова. Если конечно, кандидатура, которую вы выдвинули со старт конкурсной комиссии, безусловно, уважаемые люди и клуба вас обоснул, и я призываю вас в таком же количестве, а может быть, чтобы все 25 приняли участие в заседании Думы, которое состоится 19 ноября. Уже сегодня городская дума направит официальное письмо в правительство округа. Именно региональные власти назовут еще 4 членов специальной комиссии, которой 16 ноября предстоит провести собеседование со всеми кандидатами. В результате этой процедуры коллегиальный орган предложит окончательный список претендентов на пост главы, из которых 19 ноября депутаты думы выберут будущего градоначальника. Добавлю, что на суд народных избранников комиссия должна предоставить не менее 2 кандидатов. С нашей стороны комиссия считается уже создана, у нас уже есть секретарь, это руководитель аппарата Думы, есть свои члены комиссии, которые начинают работу. Так что уже ждем только письмо от губернатора, я уверен, что в таком важном вопросе, как выборы главы города Сургута, там тоже к этому подготовились и осталось только юридически оформить это решение.
Кандидаты на пост главы Сургута смогут заявиться уже 22 октября, на следующий день после официальной публикации принятых на Думе решений. Вместе с тем, нынешний градоначальник Дмитрий Попов намерен подать документы в первые дни старта кампании. Об этом он заявил журналистам. Глава Сургута рассказал, что у него готовы практически все необходимые бумаги. Главное, что свои доходы я и так декларировал, они официально опубликованы, сведения о имуществе, они опубликованы, поэтому их нужно просто немножко освежить. Больших проблем в сборе документов для меня не представляет. Каким образом будут избирать главу Сургута? Кто может претендовать на участие в отборе кандидатов на пост градоначальника? Почему в России ушли от всенародного голосования к новому алгоритму определения руководителей органов местного самоуправления? На эти вопросы ответят эксперты в эфире программы «Диалог». Не пропустите. В среду 21 октября в 19:00 смотрите в прямом эфире программу «Диалог» на канале ТВ3. Более 70% югорчан прошли вакцинацию против гриппа. В абсолютных цифрах прививку получили 515 тысяч человек, из которых более 160 тысяч дети. По данным Департамента здравоохранения округа, эти показатели на 17% выше плановых. Вместе с тем, врачи отмечают, что поставить прививку против гриппа значит максимально обезопасить себя от болезни. Особенно вакцина нужна тем, кто входит в группу риска. Это дети, пенсионеры, люди, страдающие хроническими заболеваниями, сотрудники общепита, торговли и общественного транспорта, а также работники сферы образования и здравоохранения. Вакцина содержит штаммы вирусов А и Б, которые ежегодно корректируются ВОЗ. С этим учетом и ставятся прививки. Прививаться нужно ежегодно обязательно, потому что развивается после прививки развивается иммунитет не только против гриппа, но и против других ОРВИ, острых респираторных вирусных инфекций. Дни особенного ребенка прошли в Сургуте. Город стал площадкой для обсуждения проблем детей с нарушениями аутистического спектра. Два дня общественники, родители, медицинские работники и представители власти обсуждали перспективы и способы решения проблем. В рамках дней особенного ребенка прошли обучающие семинары для родителей. Главным экспертом выступил ведущий специалист в этой области Игорь Шпицберг. Добавлю, что мероприятие прошло под эгидой Общественной палаты Югры. Для себя я вывод, безусловно, сделал. Необходимы центры, которые системно занимаются этой проблемой. Причем это центры, безусловно, минимум три. Вот для меня это минимум три центра. Это Ханты-Мансийск, западная часть округа, это центральная часть округа Сургут, и это Нижневартовск, значит, восточная часть округа. Сегодня по официальной информации в Югре с диагнозом нарушения аутистического спектра живут около 150 детей. В Сургуте чуть больше 40. Однако общественники отмечают, что эти цифры примерны, так как диагностировать это заболевание у детей проблематично. Семинары и круглые столы, которые прошли в рамках Дней особенного ребенка, по мнению родителей и общественников, это первый шаг к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. Впервые за очень большой период времени, когда несколько сторон, задействованные в процессе, признали, что да, происходит некое событие, с которым мы не справляемся поодиночке. Медики варились в своем соку, педагоги в своем, родители в своем. Когда мы сядем за круглый стол и договоримся о каких-то конструктивных шагах, только тогда можно сказать, что мы сможем помочь нашим детям. В спорткомплексе «Энергетик» прошел турнир, посвященный памяти югорских тренеров-преподавателей по боксу. Ежегодно открытые соревнования состоялись уже в шестой раз. На ринге бились юниоры и старшие юноши. Подробности далее. Цели и задачи данного турнира для участников – повышение спортивного статуса, насколько это возможно. Для организаторов это способ увековечить память тренеров-преподавателей по боксу, которые работали с сургутскими спортсменами. Николаю Кузоватову победить соперника помог опыт и музыка. Спортсмен всегда настраивается на бой под ритмы Роя Джонса. С боксером из Екатеринбурга сургутянин встречается уже третий раз и, не изменяя традиции, оставляет за собой пальму первенства. Сложности было то, что соперник достаточно серьезный был. То есть он шел на меня вперед, подавливал меня. Я как бы вторым номером работал через затяжку, и все получалось. Я доволен своим боем.
Всего в соревнованиях приняли участие 90 боксеров. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Причиной стало совпадение по времени турниров в Сургуте, Кургане и Челябинской области. Тем не менее, участников собралось немало, и среди них уже есть подающие надежду звездочки. Первенство мира проходило в Питере в сентябре. Я, к сожалению, во втором бою уступил кубинцу. Я считаю, что я не проиграл этот бой. Впечатления хорошие, на сильном уровне все. Планы сейчас по юниорам хорошо выступить, попасть также на первенство России выиграть и попасть на первенство мира опять. В ХМАУ приезжают соревноваться не только потому, что здесь сильные боксеры. Это еще и повод для общения старых друзей. Большинство из участников знакомые, встречаются в ринге и за ним из года в год. У нас в городе Сургуте два турнира проходят. Класса Б и класса А. Класс А – это памяти моего отца, Малаховского Павла Семеновича. На нем присваивается норматив «Мастер спорта России» победителя. Здесь, на этом турнире класса Б, присваивается норматив кандидата мастера спорта. В неофициальном командном зачете этого турнира уверенную победу одержали сургутские боксеры. Дмитрий Подлесной, Екатерина Любишева, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Два дивизиона и 20 команд. Волейбол в Сургуте становится спортом номер один. Из-за большого числа участников чемпионата города образованы два дивизиона. В Суперлиге играет 8 команд, в Высшей лиге 12, хотя годом ранее их было 10. Расписание настолько плотное, что второй по силе дивизион было решено разбить на две подгруппы. В противном случае на выявление медалистов не хватит времени. Таким образом, первые тройки из двух подгрупп выйдут в финальный этап и разыграют звание победителя и обладателем путевки в Суперлигу. А для некоторых команд городской чемпионат лишь этап подготовки к выступлениям на более высоком уровне. Каждый матч чемпионата города мы рассматриваем как подготовку к Кубку России и как подготовку к Лиге чемпионов, которая состоится с 23 по 27 в городе Брюгге, Бельгия, ноября. И вообще нужно сказать, что это традиционно. Чемпионат города у нас отправная точка для очень многих соревнований. По вертикали. В поселке Солнечном состоялись открытые районные соревнования по скалолазанию. Ребята состязались в двух дисциплинах – на скорость и на трудность. Всего на скалодроме продемонстрировали свои умения 46 человек из Белого Яра, Солнечного, Сайгатина и Лентора. По итогам командного зачета золото забрала команда Солнечного, серебро у ребят из Сайгатина. Бронза досталась коллективу Белого Яра. Добавлю, что соревнования «Вертикаль» проходят уже пятый раз. По словам организаторов, мастерство участников год от года только растет. А вот количество спортсменов остается на прежнем уровне. Связано это с тем, что скалодром, снаряд, на котором тренируются атлеты, очень дорогостоящее оборудование. Скалолазанием у нас в Сургуте занимаются только окончательно две секции. Это деревня Сайгатина, Искатели, и вертикаль в Атланте, вот Солнечный. А остальные дети у нас участники – это туристы и члены военно-спортивных и патриотических клубов. На этом у меня все. Благодарю за внимание. До встречи. В салоне кожи и меха «Челси» новая коллекция шуб из Италии и дубленок из Турции. Итальянские шубы с отделкой из меха соболя, чернобурки, лисы и песца. Дубленки из меха барашка, ягненка и тосканы согреют вас в суровую зиму и дополнят ваш неповторимый образ. Приходи в «Челси». Запоминайте. Югравоз. Телефон 61-40-30. Югравоз. Считайте, полдела сделали. Остальное за нами. Специалисты компании «Югравоз» окажут профессиональную помощь в организации грузоперевозок, в том числе и ваших домашних вещей, со скидкой 50%. Звоните 61-40-30. Избавим вас от обузы. Перевезем любые грузы. Мультибрендовый магазин мужской одежды «Стиль». Новая коллекция «Осень-зима 2015-2016». Размеры от 38 до 78. Сургут-Сити-Молл. Торговый центр «Новый мир». Торговый комплекс «Пассаж». Смотри канал DTX в Метросети. Проходи видеоквест. И выигрывай билеты на Гран-при «Формула-1». Подробности на сайте Метросети. В обувных супермаркетах «Лизет» новая зимняя коллекция. Создай неповторимый образ. Широкий выбор обуви, сумок и аксессуаров. «Лизет» – красота каждый день. С
Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на Магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. В магазине «Адам» на втором этаже открылся отдел женской одежды. В ассортименте платья, юбки, брюки, туники. Размеры от 42 по 60. Цены доступные. Магазин «Адам». Улица 50 лет ВЛКСМ, 3/2. Телефон 37-63-77. И о погоде на 21 октября. Здравствуйте, в студии Елена Ливанова. Кожаные изделия от салона меха и кожи Солени Коллизиони. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плиссированные, рулонные. Компания «Жалюзи» более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Весь октябрь скидка на рулонные жалюзи 10%. В среду погоду в Югре формирует антициклон. В связи с этим ожидается солнечный и сухой день. Однако северный ветер принесет в регион очередную порцию арктического холода, из-за чего морозы ощутимо окрепнут. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 14, минус 19. Утром малооблачно, осадков не ожидается. На столбиках термометров около 16 градусов мороза. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер с переходом на северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура 8-13 ниже нуля. Теплее одевайся, раз, два! Теплые наряды для игр и радости уже в Карапузе! Новые, модные, стильные, удобные! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление немного повысится и составит 763 миллиметра ртутного столба. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции. Осень-зима 2015-2016. Мода «Солени Коллизиони» для женщин. Мода «Солени Коллизиони» для мужчин. Модная в этом сезоне зимняя коллекция в салоне кожи и меха «Солени Коллизиони». Сургут-Сити-Молл, второй этаж. Телефон 556-121. «Солени Коллизиони» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания.